Безумие, безумие. Приехали в аэропорт друзей встречать, они из России прилетели. Няшечка всех встречает, малышка. Ну-ка, наведи порядок. Не знаю, ну может быть острая. Кура точно не острая, но кисло-сладкая. На жестко тоже. Давайте положим. И ушки в кадре. И можно в Инстаграм. Уже высохла рубашечка? Ты красавица. Подойди поближе. Очень здорово. Класс. Супер. Андрей говорит, что рядом с местом, где делают вакцинацию, должны быть какие-нибудь особые покемоны в виде вирусов. 40 лет, 30 сколько там, 6 лет. Только ты, главное, на вакцинации не рассказывай, что ты видишь вокруг себя разных неведомых существ. Пожалуйста. Зачем мы в торговый центр приехали? За что-то, чем можно красить волосы. Кира решила, что ей по-любому нужны цветные пряди. Ну чего?
Давай два вот этих возьмем. Такой, такой? Ну, да. Бери. Хватай, где сверху. Угу. Шпильки. Да? Что? Шпильки. Ну, вот это невидимки. Шпильки. А что такое шпильки? Шпилек не вижу. Вот Кира знает слово бигуди зато. Да. А это свечка какая-то или что? Нет, это тоже бигуди. Это волосы накручивать и потом заворачивать. Это пемза и щеточка, чтобы за ногами уезжать. Всегда пешочком ходим по лестнице. Нравится? Да, только у тебя сейчас телефон будет розовый, потому что у тебя все руки розовые. Так нет. Та-дам. Показывай, зайка, что ты сделала. И что, и кто это сделал все? Я все сделала сама. Мне никто не помогал. Сварила, и украсила, и положила, и слила даже макароны сама. Умничка. Из кофты. Да. Иди вот сюда. Кира в белой рубашке ходит, а Эва ходит с голым торсом. Я даже не знаю, что с этим делать. Можно ли придумать лучшую обстановку для того, чтобы читать книжку про собак? Эй, чувак, ваша хозяйка настолько вас любит, что читает про вас книжки. Потому как лучше понимать, чего вы сейчас хотите, лососика или колбаски. Кажется, все понятно. Что собак надо держать в строгости и не давать слабину, да? Ну... В общем, да, но тут все время есть шутки в стиле. Ну, если у вас чихуахуа, то забейте, это все равно бесполезно. Да, да, бесполезно. Тут есть шутка про чихуахуа, что, ну, вот если собака ведет себя так-то и так-то, она могла бы стать сторожевой собакой или могла бы стать, например, служебной собакой и в полиции работать. А чихуахуа могли бы стать служебной собакой под прикрытием. Потому что в любой компании свой парень. А вот это новое же строят, да? Его еще очень недавно. Оно же... Не было, то ли было сильно меньше. Вот да, оно как-то внезапно появилось.
Привет. Явно хочет познакомиться. Журнал, например, или сайт. Что тут чувавы? Это похоже на сайт? Да. Там похоже на сайт. Чувавы. Кто такой? Кто такой? Кому пузико почесать? Хватит. Любит пузико чесать. А ты любишь пузико чесать или еще нет? Ну что, Кирюня, будешь так в школу ходить? Каждый день будешь красить? Пока не закончится. Ну, если тебе прям сильно нравится, мы можем постоянно краску покрасить, в принципе. Можно делать... Сегодня день без компьютера. Мы на улице, потому что я достаю маму и папу от того, что у меня слишком много энергии. И мы решили пойти погулять? Угу. Снимай мокрый носок. Привет, 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 ой. И, кстати, я называю те, которые мокрые, водяные. Водяные носки? Няша. Ты всех достаешь, да? Ты всех достаешь. Что, Кира, как розовые волосы? Довольно? Только солнце светит. Я недовольна, да, что идем заниматься. Ну, надо заниматься, надо. Я знаю. Да, понимаю. Тревога, ее проверяют. Ну, только не пожарная, а любая вообще сирена, да? Да. Система оповещения. Сирена. А если будет наводнение, например, что-нибудь страшное, чтобы население было оповещено, мама, и все спасались? Домой, давай покупаем полно макароны, все. Макароны покупаем и бежим? Да. Понятно, отличный план. Эва достает бутылки. Мы взяли персиков, огурцов и яблок. И соус. Чили, стекле. Сладкий. Победа автоматизации. Через час вебинар. Сижу я, плюю в потолок. Идут, приходят. Письмо, само отправленное роботом, и обучение в Телеграм, отправленное роботом. Значит, об этом можно больше никогда не думать.